14 градусов в нашей импровизированной теплице. Посажены были растения 21.11. Сегодня 8.12. То есть 18 дней растут растения у нас. Вот они какие. Так, это у нас щавель и сумиш. Щавель и сумиш. Это у нас крип аллигатор. Ого, какой крип вырос большущий. Ясь, и там, и там. Дальше щавель за 18 дней и рукола выросли. Ну так вот как-то. Лук, цибуля, шнит. Вот какая. Так, дальше смотрим. У-у-у, талат-снежинка. Капитально, капитально. Это у нас лукулус. Что за лукулус? Короче, не пророс лукулус, я так понял. А редиска проросла отлично. Уже можно его употреблять. Дальше. Редиска червона и буряк. Слабенько, слабенько. Так, а эти мы когда садили, я не помню. Цибуля шнит. Второго числа, 2-12. Сейчас 8. Ну, понаклевывается чуть-чуть. Вот я вижу, что наклевывается там что-то. Дальше смотрим. О, редиска тоже наклевывается. И это что у нас такое? Салат. Салат Гран Рапид. Это к Новому году он должен поспеть. У нас салат Гран Рапид. Ну так вот. 14 градусов всего лишь. Ну, на улице минус 8. Так. О! Это я. Вот в таком помещении у меня теплица импровизированная.